6 апреля в пермском клубе «Территория 44» состоялся финал общероссийского конкурса талантов «Мистер Старшеклассник» при поддержке пермского политеха. Ежегодно конкурс проводится в 4 городах России – Нижнем Новгороде, Казани, Кирове и Перми. За звание мистера боролись 14 талантливых молодых людей. Началом конкурсной программы стал общий танец участников, который взорвал зал и настроил зрителей на шквал эмоций. В жюри пермский политех представлял мистер Пнепу 2014 Антон Чернышев. Специальный приз от пермского политеха. Жесткий диск с символикой Пнепу. Получает самый крутой, самый активный, самый креативный Пархоменко Даниил! Выбор Антона совпал с мнением членов жюри. Мистером старшеклассник стал Даниил Пархоменко, ученик гимназии номер 8. Мы поздравляем участников конкурса и приглашаем пополнить ряды абитуриентов пермского политеха.